Ребятки, всем привет, с вами Александр, легенды Дракономании, и у нас снова приплыл этот фиолетовый китенок с нашим пиратом. Давайте заглянем, может, что путевое он предложит. За 20 камней трезубец Посейдона. Ну, почему бы не взять? Дают, бери. Возьмем один. За 100 тысяч еды взять карточку, ну, ладно, пусть возьмем, пусть будет. И за 100 свитков взять колдовской билет. Ну, вот что-то как-то смысла особо я в этом, конечно, даже не вижу. Блин, ну, извините меня, за 805 суперских кусочков. Но, ну, тут главное, 800 кристаллов мы-то платим за что? За еду, а это нам бонусом. Лучше бы наоборот, там, за пару кристаллов, чтобы можно было, ну, за 10 кристаллов, чтобы можно было купить один великолепный, легендарный, я бы купил их десяточек, другой. Так, ну вот так вот с этим разобрались. Давайте сейчас глянем. Это же у нас сюда колдовские. Куда это я пошел? Не туда пошел. Вот сюда. Да, колдовские билетики у нас тратятся вот сюда. Эпический сундук. Давайте откроем эпический сундук, ребята. Я победитель по жизни. Ребята, 11! 11 супер крутых кусочков. А ну давай, сейчас может стоит потратить тогда и свиточки. Ну это нам попалась вообще божественная штука. 5, 5, 5, 5, 5. Ну блин, дорого. Ну еще один можно купить, наверное. Давайте сейчас за 100 свиточков, ну один куплю. Сейчас надо проверить вообще, сколько у меня свиточков-то осталось. Так. О, аммонит был когда-то вот там на берегу валяется. О, а тут у нас даже жемчужина, смотрите, открытая. Так, куда я иду? Я иду вот сюда, в академию. Посмотреть, сколько у меня свитков осталось. Ну, допустим. У меня 500 свитков осталось. 500 свиточков. Их, конечно, можно насобирать, это небольшая беда, но... Но потратить все как-то тоже не хочется. Давайте мы сейчас откроем еще один сундучок. Вот такой вот. А ну-ка, что у нас тут попадается? Великолепный от 4 до 12, а здесь великолепный от 8 до 24, конечно. Ну что, ребятки, может купим? Купим еще. На все деньги. 4 штуки. А сколько у него там? Да уйди, уйди, китаец. Раз. 2, 3, 4. Все, больше покупать не будем и смысла нет. Та-дам! Это круто. Давай. Нам насыпьте мне легендарных. Ну, ребята, держим пальцы на крест. Так. Подождите, нам пока что. Вот теперь будет великолепное. У нас там не было великолепных, а их должно быть 24. Блин, какая жесть. Попалась всякая фигня. Ну ладно, что поделаешь. Давайте теперь проверим. Сейчас соберем этот сундучок. И проверим, сколько у нас всего каких кусочков. У нас уже довольно неплохо так должно быть. 690 кубков. Кубки надо посбрасывать как-то. А то у нас их слишком много. Итак, момент истины. Та-дам-та-дам-та-дам, 25 великолепных кусков, ребята, 25. Так, а ну-ка колдовать. Осень, факел, мне что-то как-то осень больше нравится, чем факел. Нужно 32. Нужно 32. Неужто ли не хватает, да? Блин... Представляете себе, 32 надо, у нас только 28. Эх, печалечка, ребята. А я-то надеялся. Я-то надеялся, но зато других осколков у нас много. Так, а ну-ка. Вот так вот. Та-дам, 32. Жаль, что нельзя тут подержать клавишу. Это вам не арк.
Так, ну ладно, это я так повеселился. 32, главное, сделал, и шикарно. Здесь вообще 67, боже мой, сколько у меня бывает некоторых кусочков. А ну-ка, повеликолепно. Здесь 32 сделал, здесь 57. 37, 51, 31. Ну, тут легко сделать больше. 49, ребята. 21. Так, что тут за непорядок? Давайте сейчас мы их транспонируем. Вот ты, что ты будешь делать-то? Ну, надо хотя бы 32 сделать. А сколько надо? А, это мы только один сделаем, и теперь еще нужен один. Ну, не кисло. Так, откройте колдовские сундуки. А, вот таких даже не хватает. Так, ну таких вообще надо 2 миллиона сделать. Как я вам? Неплохо? Двумя пальцами по клавише мышки дерибанить. Так. Нужно 8. Сколько еще надо сотню сделать? Блин, надо мышку свою старую поремонтировать. Афотек Блади, там есть тройное нажатие клавиши мышки. Блин, вот это было бы круто. Та-дам! И взял, вышел. Вот. Не надо нам. Вот так. 32. 67, 45, 67, не хватает. И этих 9, ну, пока не будем тратить. Я и так потратил уже 30-ку почти. Неплохо, ребятки, а? Скупились мы. Крутотень. Разобрались. Вообще шикарно. Так, теперь нам нужно кого-то прокачать. Так, кто у нас, где здесь есть? У нас есть лунный. А кого я еще тут высадил? Сирюкена. Давайте лунного. Все-таки у нас сейчас еще идет акция на него. Давайте лунного. Ну, пусть пока тут будет. Итак. ОВД. Ограниченное выведение. Или очень редкое выведение. Сияющая сущность лунного дракона заставляет даже его противника видеть все в благоприятном свете. Это у нас, можно его назвать дракон счастливчик. Точнее, позитивчик. Давайте ее так назовем. Позитив. Позити. Позити. Блин. Печально не получилось. Ладно, пусть пока будет так. Давайте будем его кормить, что ли. Так, то есть он ленивый. Смотрите, как медленно ходит. И даже не желает подпрыгнуть. У него, кстати, какой-то нагрудничек есть. Как будто бы броня какая-то. И вот, как будто бы она привязана под кожей у него. То есть, ну, он не хочет прыгать. Я это понял. Очень медлительный, совсем неторопливый наш дракон. Так, на какой уровень его качнем? На 10 для начала. Вот такой вот у нас дракончик. Чё по показателям? Ну, вот такие вот нынче показатели. Давайте немножко соберем. Сейчас же, как вы знаете, я писал на закладке сообщества, что у нас после окончания кланового события началось сразу другое клановое событие. Оно было, ух, смотрите, как легендарно, легендарно, легендарно. О, ребятки, неплохо, неплохо мы так приготовили. Так, что у меня? У меня готовится еще акция. Все занято, никто ничего не просит. У всех все есть. У нас здесь тройные, по-моему, статы, да, не, двойные награды. Вот смотрите, я всего насобирал, мне только немножко шоколада и
и бисквита немножко маловато, так всего полно, можно раздавать, лишь бы кто просил. Так, давайте посмотрим, где мы. Ну, мы... О, нифига себе, ребята, я вас поздравляю. Мы были на третьем месте, вы просто молодцы. Конечно, да, первый клан какой-то вообще злой, но неплохо. Очень так неплохо. Сюда мы должны добраться. 750 тысяч очков. Но, блин, ну... А, блин, а первый клан, смотрите, он уже взял главную награду, ё-моё. Взял робота. Ну, это туда, конечно, реально в 3 раза больше очков нужно набрать, чем мы набрали. Это, конечно, то, как это топовые кланы такое делают, не знаю. Это надо как-то сесть посчитать, сколько нужно каждому человеку очков вносить, чтобы получилось такое дело. Смотрите, дракончик из попы огончик. Да. Так. Что у нас здесь? Так, мы на 205 месте среди всех кланов. Вот вообще неплохо. А куда это меня? Меня взяло и выбросило. Давайте еще посмотрим. Акции клана. Так, бонус для ценного игрока. Станьте самым активным игроком. А сколько кто рецептов изготовил? Так, я всего лишь 5, ну вот 6. Маловато. О, Феликс, я Феликс, я тебя догоняю. Так, ну кто у нас тут вообще? Ничего себе. У нас здесь... Анна, поздравляю тебя, ух, 11, Анна, Никита, еще Анна, Миша, 10, Марьяна, 7, вообще, вот это да, вот чтобы все так сделали, мы бы, наверное, были где-то поближе. Ну, заданий выполнено, конечно, их просто нереально много, по времени уже не успеваешь эти задания выполнять, вот нет смысла. Я выполнил 28 заданий, и, как видите, у меня уже завалено все этими... ингредиентами, некуда их просто девать. Да, но рецептиков, да. Ну, конечно, работа, ребята, что поделаешь. Ну, а черепашка у нас выводится. Так, лунного вывел, все вывел, ураган плюс мед, черепаху тоже вывел, зелень плюс ветер. Сейчас я, по-моему, приступил к выведению... так, там у меня был... Это драконы пустоты я вывожу, был у меня джем был... Сейчас я открываю, ребятки, на телефоне скриншотики. И где-то у меня здесь должно быть написано. Должно быть где-то написано. Вайбер, Телеграм. Так, во, да. Я синее пламя сейчас вывожу, ребята. Это огонь плюс челюсти, либо дождь. Потом я буду выводить дракона рассвет. Это металл плюс ведьма, например. Либо плюс пустота плюс ультрафиолет. Потом буду выводить отраву. Хотя мне кажется, что отрава у меня есть. А ну-ка, давайте попробуем вот так вот. Вот так вот. Пустота. А по редкости почему не отсортировалась? Вот. Это у нас эпик должен быть. Вот. А нет у меня отравы. Нету, ребята. В общем, я вывожу вот этих всех. Вот сейчас вывожу вот синее пламя. Потом буду выводить вот это дракон рассвет. Это у нас дракон отрава, как мы уже выяснили. А вот это у нас дракон буря. То есть буду выводить буря, а вот это джем. Вот это джем. Этого я вывел. Вот еще есть топ, по-моему. Топ или как? Да, топ. Тоже буду выводить. Ну, соберу коллекцию вот этих вот драконов, ребята. Так что теперь вы в курсе. Ух ты, а вот это какой дракон. Ух ты, бездна. А у меня такого дракона нет. Так, надо сейчас, надо покопаться. Как вывести дракона бездна? Он мне нравится больше. Нравится больше, надо на него комбинацию найти. Он как-то посимпатичнее. Какого-то динозавра напоминает. С ластами. С короткой шеей. Дракон муравей. Это колдовское выведение, да. Колдовские. Давайте колдовских отметим. Так. Кого будем выводить? Вот Апекса. Я его точно назову Апекс.
А, или нет, наверное, из-за Рэмпейджа, да? Я, правда, еще до сих пор его не посмотрел. Как эту белую обезьяну зовут? Белую гориллос. Ну, в общем-то, чем нам заниматься, еще полно, у нас даже нету половины драконов. Но они добавляются, наверное, быстрее, чем я их могу выводить. Но так же, как и в Monster Legend, намного больше драконов добавляется. Так, так, так. Ну и как вы видели, да, у меня получилось кицуне. Я в подземелье его завоевал таки. Давайте сейчас посмотрим. А еще вы писали, что я торпеду не вывел. Сейчас мы это проверим. Просто ракеты, торпеды. Может быть и не вывел. А, у меня три зубца уже два. Зачем я его покупал? Я думал, у меня его нет. А, вот еще Тризубец Посейдона. А чем этот Тризубец Посейдона не такой, как те два? Почему они не застакались? Ну, вот торпеда. Это у нас Эпик Металл. А где... А где кицуне мой? Может, я уже высиживаю? Нет его здесь. Ну, я же его... не кицуне, подождите. Стоять еще раз. Давайте искать с вами. Как-то его мог проглядеть. Подождите, или кицуне все-таки? Кого я там выиграл? Вот, кицуне, ребята. Кицуне. Ну давайте его посадим на выведение. Хотя зря. Не, не зря. 6 часов. Это у нас кипение, или как там тебя зовут. Через 5 часов приготовиться. То есть место не будет занято. Я приступлю к дальнейшему выведению. А теперь я хотел посмотреть, есть ли у нас торпеда. Торпеда. Так, торпеда, торпеда. Так, стоять. Почему я не вижу торпеду? Нет, 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 нет. Вот торпеда. Да, ребята, я его действительно не вывел. Молодец тот, кто это заметил. Молодец. Надо вывести. Ну, ничего себе. Так, у нас активно довольно пополняются наши дракончики. Так, давайте заглянем вот-вот-вот сюда. Нам тут предлагают за 690 прогуляться. Так, ну мы сейчас завалим за 700 очков. Ну давайте попробуем. Это будет непростой бой, хоть и минус 16, но у нас очков под 700. Это довольно, может быть, сложно. Нужно сбрасывать количество очков, иначе никак. Вот это вот самое неприятное. Осталось миллиметр жизни, но он выжил. Так, ну для этого у нас есть вот такое. Никто не устоит от миллиона урона. И тебе туда же. Эти вообще крепкие царимоны. Хотя нет, 700 тысяч всего лишь было у него жизни. Ну а ты и так должен окочуриться. Ничего себе, смотрите, он тоже выжил. Крепкий. Правда, не посмотрел, не заметил, сколько у него было жизни. Так, ну вот сейчас надо снять еще, наверное, одну серию кули мира юрского периода и идти на тренировочку. Так, ну нужно сбрасывать, ребята, нужно сбрасывать количество очков. Ну, даже вот по 17 буду сбрасывать. Хотя это хороший, ну, вариант для боя, но нет. Не сейчас. Так, ну, всем это как-то совсем печально. Вот берем кого-то простого. И сбрасываем. Сбрасываем перекупленность, перепроданность. Так, а, ребятки, кстати, а какого дракончика хотите вывести вы? Участвуете ли вы в выведении вот этих ежемесячного, еженедельного дракончика, или у вас есть какие-то свои цели, свои любимые драконы, которых вы хотите сейчас вывести? То есть напишите об этом в комментариях.
Так, ну я еще немножко сброшу. Немножко сбросим. Дракон, ведьма. Мне вообще бы хорошо, чтобы попало сейчас что-то такое минус 18, чтобы можно было победить. Ну давайте попробуем победить вот такой вот командой, моей самой слабой. Но нужно брать здесь сильное усиление. Попробуем. Через раз получается пройти вот эту штуку. Так. Вот тут вот мы уже, походу, его не пройдем. Блин, даже с тройным уроном не пробивается он. Так, ну, этого мы сейчас пробьем. Ну. Так, 39-й. Ой, я не знаю, ребята, что у нас получится. Обидно сейчас получится, если у него следующий дракон такого же уровня, мы его просто не сможем пробить. Нет! Нет, мы сможем. Даже это нам не надо. Крепко бьет. Божественная стихия, да? По нашим эпикам. Но не по легендарным. Фух. Это было непросто. Но зато цель максимум мы выполнили. А у меня теперь получается сделать один бой я бьюсь осенью, один бой я бьюсь факелом, и один бой я бьюсь архангелом. Вообще классно получается. И потом еще вот этот тигром плюс ягодка. То есть я могу 4 боя выполнить подряд уже вот на таком вот уровне. Минус 20, ребята. Блин, да. Ну, тут вообще, думаю, сейчас будет все легко. Легко, сейчас мы тут просто пробежимся. Будет прогулка легкая, хотя не очень. 955 тысяч было. А это пойдет налегке. 30-ка это вообще ни о чем. Тоже ни о чем. Ничего себе ни о чем, вот это я сказанул. Чуть не завалил моего архангела. Че он такой крепкий-то? У меня металла просто очень много, то есть, если вариант тратить щит или отравление, лучше потратить металл. Так, вот так вот. Ну, у меня еще остается, ребятки, осень, и все. В принципе, я думаю, мы сейчас сможем это дело сделать. Так, ну крепкий, кстати, парнишка у нас какой-то. Давайте все-таки найдем кого-нибудь другого. На этом сейчас мы сбросим очки. А то уж больно он какой-то прокачанный. Так, вот давайте сейчас посмотрим, какого у него хотя бы первый дракон. Тоже крепкий, смотрите. До свидания. Не хотим мы там сражаться. Здесь пропустим. Много как-то у него кубков. О, вот это отлично, это наш вариант. Это именно то, чего я ждал. Погнали. Сорок четвертый я не посмотрел, вот это я дал.
А почему-то мы его так легко победили, он был 44-й. Вот это бывает постоянно, не доглядишь, знаете, идут слабые, 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 клацаешь, 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 а потом вот такая вот штука попадается тебе и капец. Вот так вот. Ну, у них просто редкость слабенькая, легендарный все-таки есть легендарный. Ну, вот этот дракон, дым, да, по-моему, огонь плюс ветер какой-то, он слишком крепкий. Так, вот здесь опасный момент. Опасный момент. Просто если я сейчас вот так вот сделаю, и он вдруг меня победит, он вот этих всех тоже завалит. Потому лучше давайте так, для надежности сделаем так. А то бывает такое. 1 300 000. У него 2 600 жизни было. 2 640 000. Примерно. Ну и ничего путевого нам здесь не попалось. Вот такие вот дела, ребята. То есть остальное я что сделаю? Просто посбрасываю. Посбрасываю очки в район 600. Ну это я сделаю уже за кадром. Так что, ребятки, всем, кому понравилось, не забываем ставить пальчик вверх и активно участвовать в клановых заданиях. Мы все-таки должны брать первые призы. Ну а на этом все. Всем пока.